Вечно молодая боевая «Катюша» дала название вокальному ансамблю пенсионеров, членов клуба «Активного долголетия». Сегодня они впервые выступают перед публикой, и непростой, приехали с концертом в дом престарелых села Луценково Алексеевского района. Артисты и зрители почти ровесники. Сегодня они вместе вспоминали молодость. Мы в школе пели. Всегда в школе пели. Октябрьские праздники всегда встречали. С песнями, с плясками. В общем, хорошо было. Пели бабушки наши. Вот та пела, какая сидела и здесь. Я говорю, она поет все песни с нами. Мне внучка говорит, бабушка, ну ты сегодня дома хоть останься, отдохни. Я ни в коем разе обязательно поеду выступать. Ансамбль «Катюша» подготовил программу на военную тематику. С ней активные пенсионеры планируют выступить еще и в Иловском доме престарелых. И в нескольких селах района. Ну а дальше репертуар будет только расширяться. Своим творчеством самодеятельные артисты в первую очередь хотят доказать – пенсия – это лишь новый этап в жизни, а вовсе не повод сидеть на месте.